Ого! Тут так темно! Мне даже стало немножечко не по себе. Лень, все нормально. Смотри, дерево растет, все хорошо в Майнкрафте. Это что было? Что за звук? Я также в Майнкрафте появляюсь. Так, Лень, а что с коровой? Что происходит? Я ничего не понимаю. О, господи, что с этим Майнкрафтом? Минус Стив. Ну, бывает. Ладно, подожди, появись еще разок. Давай, по новой. А, значит, нормально, нормально. Уже лучше. Дерево ты уже добыл. О, господи. Ну нет, лучше не оборачивайся. Тебе наверняка лучше бежать отсюда. А... Что? Что он сделал? Он что, в него бросил дерево? Это так не работает! А вот так вот работает! О, какой милый волк! Надо бы его приручить, для этого нужна косточка. Спокойно, волк, спокойно, сейчас мы все сделаем, подожди, господи. Что? Он настолько злой, что этот Стив решил достать косточку из своей ноги. Блин, ты дурак, что ли, Стив? Я так же делаю. Лень, ты вообще-то шоколадка, у тебя нет костей. Происходит с этим Майнкрафтом. Мне кажется, что вот это настоящий сломанный Майнкрафт. Я много в своей жизни повидал сломанного Майна. Но этот сломаннее всех. От 100%, господи, что он делает? Он что, скрафтил лодку? Ну все, поехали в путешествие. Ага, конечно, да-да-да-да-да. Сейчас с ним что-то случится. Да ладно, ты не каркай, все будет нормально. Его ни разу не съест большая акула. Что? Его съест большая акула? Не знаю, Владус. Лёнь, ну ты не каркай сам тогда. О, кажется, он приплыл в деревню к носатым. И видишь, все хорошо, даже никакая акула его не съела. О, чё? Стой, ты, ну ты как бы это... Ого, житель, ничего себе, ты какой торговец, и чё это у тебя там было? Что, они просто отжали лодку и все, и уплыли в закат? Владус, это так трогательно. Лёнь, ты дурак совсем, ничего не трогательно. Эти жители просто наглые, носатые. Чего? Что происходит? Почему здесь происходят какие-то абсолютно рандомные вещи? То что-то взорвется, то он кость не пойми где достанет, то кирку сейчас сделал из рельс. Кирку из рельс, Карл. Да и ничего страшного, Владус, это нормально. Ой, блин, кажется, им хана. А куда это он попал? Он что, в ад попал? Да нет, вроде обычная пещера. Ну да, так вроде в ад в Майнкрафте не попадают. Добыл свои первые алмазы, господи. Сейчас что-то с ним будет, да? Да нет, ладно, что с ним может быть? Блин. Ну, например, то, что у него Эндермен голову украл. Вот что могло с ним быть. Господи, это что за мир? Кажется, он попал в мир Эндерменов. Или я не знаю куда... А... Ой. Кажется, ночь наступила. Беги от этих зомби поскорее! Нужно что-то делать, нужно что-то... О нет, скелет. Армия скелетов, господи! Ну все, я думаю, что ему не поздоровится. Что? А инвентарь-то пустой. Ну, ладно. Да носатого-то за что? Ладно, зато смешно было. Ой, ему хана. Ага, я тоже так думаю. Не, ну если он голема не тронет, то все будет нормально. Я бы тоже, наверное, на его месте испугался. Может быть, конечно, не настолько сильно, чтобы в космос улететь от этого. Ой, вредина, бедная вредина, елки-матрешки. Я не понимаю, этот Майнкрафт настолько абстрактный, настолько странный, что я даже не знаю, что сказать. Ладно, да нормальный Майнкрафт, у меня такой же установлен. В версии 1.12.2. Лень, ты сдурел? Тихо, стой, смотри, сейчас эта ведьма продаст ему самое секретное зелье. Господи, это что было сейчас? Почему? Почему она его превратила наполовину в зомби? О, нет. Можно я не буду это комментировать, ладно? Хотя бы один разок. Все нормально, Владус, он просто попил молочка. Прямо из коровы? Ну да. Что здесь такого? Господи, Лен, ты дурак. А, он решил ведьме так отомстить. Молодец, 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 чувак. Господи, обалдеть, это... Там что, кот лопнул? Я на это сначала внимания не обратил. А потом как обратил? Так, погоди, он хочет серьезно делать сам заклинание. А за что маленького котейка ты сейчас это вот, ты это с ним сделала? Он же тебе ничего вроде как плохого-то не сотворил, котейка-то, за что? Окей, ладно, если Сквидварда было бы в Майнкрафте, можно вот так вот использовать, это было бы круто. Не нужно было бы охотиться на визоров. Ну, кажется, этому скелету хана. Вот так вот, нормально. Что с ним происходит? Стив стал каким-то суперменом. Теперь он может все, по-моему, в этой жизни. Так, допустим, что? Что это было? Песок душ, точно. Нет, 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 ты еще и сушителя хочешь создать, чувак, ну ты серьезно? У тебя на это не хватит сейчас сил. Господи, нет. Все, я думаю, что его можно уже поминать лихом. Ладно, да нормально, он справится, блин. Или нет? Я думаю, что нет. Что? Он отбил голову сушителя! Попал на сушителя обратно! И сушитель, собственно. Он его вскопал киркой и сушителя.
Схапал киркой. Ладно, Владу, согласен, этот Майнкрафт реально странный. Да, думаешь, Лень, только сейчас это понял, да? Кажется, он поджигает портал в ад. Дальше будет эпик. Прыгай! Обалдеть, Владус, тут так красиво! Согласен, Лень, ничего себе. Вот это да, сейчас появится Стив. С минуты на минуту он будет в этом портале, в этом аду. Я не знаю, что он здесь будет делать, но это реально выглядит опасно. Опа! Здрасте. Ну и чё? И куда теперь? О, смотри, на него загорает! Ой, загорел. В прямом смысле загорел. Ты видел, что после него осталось? Если нет, то перемотай, посмотри. А ты видел, Владус, какой я ребус составил? Что? Ребус? Лен, нет, я не видел, что за ребус. Корова, ты чё? Владус, так вот же буквы на экране. Это ребус для вас, дорогие друзья. Напишите в комментариях, какое слово из этого ребуса у вас получилось угадать. Лен, ты думаешь, подписчики смогут отгадать? Я думаю, что да. Нет, Владус, они не смогут. Чё? Так это легкий ребус. Ой, да, ты чё? Стой! Что происходит с этим гастом? Почему? Как он залез в портал? Господи, это настолько странно, чтобы посмотреть. О, вот, вот тебе, пожалуйста, железка вылезла из портала. Это весь гаст. Господи, нет, за что? Он стрельнул в курицу и получился Макдональдс. Вообще-то должно было получиться KFC. Гаст, это нечестно, я считаю. Да, зачем? Что ты сделал? Я ничего не понимаю. Это что? Что происходит? Окей. Ладно, слеза Гаста упала прямо на Стива. Она воткнулась в Стива, солнце пришло, убрало киркой луну, встало на место луны. И, в общем-то, у меня сейчас мозг взорвется. Ладно, да ты чего? Обычный день в Майнкрафте, все нормально. Вот смотри, вот пули, вот пчелы. Ага, Лен, я вижу. Только это что? Пчелы съели только что скелета, тебя это не смущает? Нет, вообще нисколько не смущает. Да, действительно. Давай, поджигай портал по новой, а то тебя оттуда просто нагло выперли. Я думаю, что... Ну, да, согласен. Кажется, загорелась вся деревня, все жители, весь мир, но не портал в ад. Но у него это получилось сделать, неужели? Ой, может и не получилось. Да, тихо, ну не переживай. Да как так-то? Ладно, Стив, давай по новой. Еще раз по новой. Давай еще раз по новой. Вот так вот, нормально. Сейчас тебя никто не тронет, хорошо? Ладно. Может быть и тронет. Ладно, Стив какой-то дурак. Он прописывает гейммод 1, это нечестно. Согласен, Леня, это нечестно. Ты куда это полетел, зараза? Ты чё? Надо в Майнкрафт играть только в режиме выживания. Ну все, ну все. Я не засчитываю тебе прохождение игры. Что он хочет сделать? Нет. Чё? Что он с ним сделал? Это было как-то серьезно. Так, стоп. Это еще что такое? Что за пещера? Вау, Владус, выглядит классно. Ну, кажется, его немножко сейчас иссушили. Прям совсем чуточку. Ладно. Серьезно? Отсюда можно было в Майнкрафте? Конечно, можно, Владус, я всегда так делаю. Ага, что ты врешь? Что здесь происходит? Кто это вообще такой? Что это за монстр? Такого же в Майнкрафте не существует, правильно? Напиши в комментариях, если это так. Это за что ты, блин, его? Господи. Лучше бы я этого не видел. Вот на нем можно кататься, вот разрешаю. Здесь прям все нормально, все хорошо. Ой, кажется, это... Упс. Повезло, повезло. Я думал, что сейчас он упадет в лаву. Но, кажется, он этого не сделал. Сундук, открывай. И что там? О, господи, это же... Золотые трусы. И ради этого он сюда шел? А вот и пиглины. Им всем нравится золото, чувак. Вот правильно, вот правильно. Вот это самый лучший вариант. Да, я всегда так делаю. Только у меня труселя в Майнкрафте желтые, но они не золотые. Понятно. Эй! Нет! Стрела в заднице, это нормально, да? Это так и должно быть. Нет! Такой трагичный момент. Если бы не стрела, все-таки в попе. А кто его спас только что? Я что-то не понял. Это что за Супермен? О май гад! А, Владус, фу, девчонки! Так, Лёнь, успокойся, нормально. Блин. Так и надо. Лёнь, а как же Стив? Он же сейчас будет грустить. Ну, мне кажется, он сейчас должен отомстить всем, кто был к этому причастен. А куда он улетел, я не понял. Чё? Ой, минус Стив. Блин, Владус, он улетел за бедрок и лопнул. Лёнь, это не смешно вообще-то. Господи, смотри, какой он грустный теперь. Ну, он только-только встретил свою любовь. И теперь... Он лежит на берегу океана и грустит. Блин, Владус, мне тоже сейчас стало немножечко грустно. Вот-вот, Лень, я про то же. Когда-нибудь он встретит свою любовь. Или нет? Что делаешь? Стой, не надо. Не надо этого делать. Не включай шейдер, у тебя ком взорвется, стой! Владус, мне кажется, что сейчас будет что-то не так. Ага, например, ты про эту стрелу и про этих варваров.
Что? Он им дал изумруд и откупился? Он что, теперь с ними? Ха, я считаю, это нечестно. Как это так вообще? Что ты делаешь? Что? Куда он их заточил? Владус, мне кажется, он сейчас станет злодеем! Лень, я бы не хотел, чтобы он был злым. Я думаю, что прямо сейчас нужно подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую часть. Да-да-да, ребята, ведь именно в следующей серии мы увидим, как он будет злой. Лень, он не будет злым? Нет, будет. Не будет. Владус будет. Я знаю, что будет в следующей части. Так, Лень, молчи, не рассказывай. Ты подпишись на канал прямо сейчас, кнопка подписаться у тебя на экране. И посмотри предыдущее видео прямо сейчас. Вот здесь это видео, нажимай на него, а мы увидимся в следующем ролике. Пока. В следующем видео знаешь, что будет? Молчать, Лёня!